Привет-привет всем! В прошлый раз я пообещал вам в прошлом видеоуроке, что сделаю карджек. И сегодня я покажу, как же это делать. Что нам понадобится для карджека? Для карджека нам понадобится одна большая кувалда и 4 металлолома. И мы это все добавляем в меню крафта. И мы получаем один карджек. Давайте скрафтим. Давайте проверим, действительно ли он работает как карджек. Да? Все работает. У нас есть карджек. Все, на этом я видеоурок заканчиваю. В следующий раз я покажу еще много-много интересных вещей. До скорых встреч!